И что это у нас тут такое? Запчасти для прицепа. У нас тут такое. Рот подобран правильно. Кто-то? Рот подобран правильно. Такое. Интересно, что пилится. Мои херни для прицепа, я попросил тебя просто порезать их. Все, это уже часть станка, а не твои херни для прицепа. А что ты, значит, изначально как... была судьба для станка их? Да, было такое дело. Ну и что ты сейчас решил сделать? Ну что, что под рукой было? Первые шаги, так, обработка слэбов для бедных называется. Без ЧПУ, без ничего. Ага, то есть качественно проявляют, да? Да, вроде так получается понемножку. Для первого раза. А Денис снял еще? А, вот так вот типа было, да? Ну да, не разу. И криво. Ну те кашири были более кривые, конечно. Ну не у тебя так одна на одну лежит, ну. Ну, походу, из 50-ки, наверное. В чистом виде при таких широких получится, получится где-то 35, наверное. Ого. Ну потому что ширина забирает пропеллеры. Если вот так, они, ну, может, какие-то станки. Может, поставлю какие-то пятнышки с обратной стороны, чтобы толще было. Посмотрим. В общем, предлагаю вот шурму поесть. Ну, так что, ты порежешь мне потом эти штуки на прицеп или нет? Потом порежу. Вот так вот дальше ты. Должен был быть прицел, да? А мы продолжаем веселиться. Скоро декабрь, и нужно доставать лодку с воды. Наш вот эгоист. Под названием Наталья. Нам надо купить, конечно, все равно 4 метра в нем. Мы не будем это делать. 50 на 50. Так, 5,50 пополам, это 250, 275. Здесь заканчивается швед-ход. Так, ну, теперь нам надо обрезать вот эту трубу. Пока все.
болт укоротили и устанавливаем. Рама для прицепа сварена. Устройство сцепное установлено. Еще у нас остался хомут. Нужно понять, где его поставить. А вообще хотелось бы сделать, чтобы его можно было передвигать. Скорее всего, он будет стоять на отдельной пластине. Эта пластина будет прикреплена стремянками к раме и будут вот как-то так передвигаться. Пока, в общем, неизвестно, как это будет. Вот. Здесь будет установлена планка с номерным знаком и фонарями. Так вот, набросали, скажем, ось. Нужно купить новые гайки. У нас есть проблема. Видно, не видно. Этот подшипник очень сильно люфтит, а тот туго крутится. Будем выбирать ступицы. Такое чудо, превратились в шарики в двухрядном подшипнике. Будем сейчас сбивать остатки и вперед. Рама сварена. В общем, со вторым подшипником еще интереснее. Я уже открыл его. Здесь вообще вот так. Ржавенько-ржавенько и сыпется, и сыпется. Будем откручивать. Похоже, что подшипник меняли. Ну, есть вода, смазка. Точно с водой. Будем, в общем, менять его тоже. Изначально собирался заднюю планку с номером и фонарями крепить, как у всех, защелками. Но, в общем, будет на двух вот таких болтиках
Думаю, что будет нормально. Гарри, показывай свой прицеп. Так, вот Гаррика прицеп. Мы сейчас его будем цеплять к нашему бусику. В общем, поехали. Прицеп готов, и мы с Сергеем и Гарри отправляемся за швертботом.